Фенечка и Сеня – так зовут новых воспитанников 17-го детского сада. В Череповец гости из Калуги приехали совсем недавно, но уже обзавелись своей жилплощадью. Для пушистых гостей заботливые родители и воспитатели построили просторные вольеры и домики. У нас очень инициативные родители, во всем всегда помогают. И в установке домика для белочек, и в высадке деревьев, потому что их нужно прятать от ветра. И в кормлении тоже сейчас запасы мы заготавливаем. Все нам несут родители. Белочкам на самом деле нужно немного, но зима длинная впереди, а запасы они едят в основном из леса, шишки, еловые ветки им очень нравятся, кедровые орешки, грецкие орехи. Полный рацион мы что-то покупаем в магазине. К нашему климату гости из калужского питомника адаптированы хорошо. Девочке Фенечке 6 месяцев, ее другу Сене 7. Обе белки яркой рыжей расцветки с серыми пушистыми хвостиками. У воспитанников детского сада новые подопечные вызвали бурный интерес. Теперь теме белок посвящают рисунки, стихи и даже целые занятия. Они оранжевые, ловкие, быстрые. И они дружные. Белочки всегда такие... прыгают вот так вот, и я их всегда кормлю иногда, когда мы с вечером, когда за мной мама приходит и папа, и мы дальше идем. Они всегда кушают семечки, и они сами их чистят. Я прихожу, смотрю на них. Белочки! И голодные бывают, и лазают еще пиджеринова. В планах у коллектива детского сада высадить для пушистых грызунов белкин лес, сделать дорожки и декоративные ограждения, чтобы лишний раз не беспокоить животных. Сейчас воспитатели и малыши активно собирают мебель для вольеров, небольшие деревца, коряги. В будущем у Фенечки и Сени появится большое колесо для развлечения и поддержания физической формы. Мария Беленко, Анатолий Холин, Игорь Крупин. Новости.